Неделя открытого лектория представлена курсом лекций, который поделен на два блока. Материальные и духовные культуры кыргызов и татар Кыргызстана. Вот в том блоке было три лекции. Первая лекция – это материальная культура. Была посвящена традиционному жилищу кыргызов, то есть юрте, его эволюции, как сегодняшнее время изготавливается эта юрта. Культура Кыргызстана формировалась под сильным воздействием кочевой жизни. Кроме того, на нее оказывали влияние культуры России, Персии и Турции. Но все же она осталась довольно самобытной и уникальной. С истечением времени у второго поколения теоретики считают, что идет процесс оккультурации. Хоть Кыргызстан и является современной страной, многие из традиционных особенностей сохранились по сей день. Культура Киргизии – предмет гордости народа. Ежегодно для ее сохранения и распространения проводится множество мероприятий, в том числе подобные лекции. Вчера студенты ознакомились с процессом формирования татарской диаспоры в Кыргызстане. И вот сегодня это этно-религиозная идентичность татар Кыргызстана. Стоит отметить, что лекцию могли посетить все желающие, а не только студенты Института международных отношений Казанского федерального университета. Надежда Мещерякова, Фарид Захитаглы, Универньюз.